Осборна спас своего врага. Это необычно. Я вернусь домой. Подумаю над приоритетами. О, знаешь, мне будет не хватать тебя и твоих головорезов. К сожалению, мои агенты останутся. Я в себе засомневалась, а они нет. А Осборн продолжает платить. Прости. Почти что хорошие новости. Правда. Я буду скучать по твоим странным шуткам, Человек-паук. Мы еще встретимся. Какая странная неистовая дама. Полицейский фургон обстреливают. Проследуйте в Бауэри. Меньше всего нам нужны еще сбежавшие преступники. Я тронут вашей заботой о друзьях. Я прослежу, чтобы вас посадили в один блок. Серьезно настроен. Один выстрел. Что там? Нам не коллекция в сборе. Нам теперь нужен фургон побольше. Соболь, контроль. Доложите обстановку к северу от Хауса. Наблюдательный пункт развернут. Обстановка в норме. Вот почему я решил не сдаваться. Хватит направо. И из-за прыжков на паутине. Преследует группу беглецов.
потерял их. Надеюсь, Соболь закончит погоню без жертв среди населения. Последняя игра, на которую меня водил дядя Бен. Хочу поставить в рамку. Мне бы сейчас его совет. Часа доставить сюда вакцину. А если не сможешь, то приходи сюда сам. Это завод Алхимакс. А, вовремя. Люди надгробия таскают новые грузы. Но для чего? Он снова занялся наркотой? Они вооружены. Лучше не шуметь. А где вся охрана? Вымерла. Босс их подкупил. Если кто появится, стреляй. Это что было? Как думается, эти химикаты не опасные? Лучше быть здесь, чем с боссом, если опасно. Эй, вы же не фармацевты! Вас выдало отсутствие халатов. Люди надгробия устранены. Посмотрим, что в бочках. Диокс-3? Это же химикат, который подействовал на надгробие. Зачем он ему теперь? Вперед! Быстрее!
Вряд ли это средство от астмы. Чуваки и наркота. Нужно научить их не поддаваться давлению со стороны. Эти ингаляторы и Диокс-3 связаны между собой. Проанализирую ингалятор, узнаю, в чем дело. Так, что тут у тебя? Диокс-3 плюс спецамфетамины. Неплохой рецепт для временной неуязвимости. Это впечатляет. И пугает. На эту штуку будет огромный спрос. А поставщик только один, надгробие. Можно сделать антидот. Интересно, есть ли в грузовике химикаты? Займемся высокой наукой. Вот, одна доза антидота. Ее нужно испытать. Может, навестить надгробие в его мастерской? Сбежавшие заключенные захватили целую улицу. Нам уже звонят перепуганные жильцы, запертые в домах. Скажи им, чтобы не выходили. Надо провести уборку улицы. Ты не очень наблюдателен. Дел накопилось. Ой, я тебе...
тебя не напугал? Он не сможет. Нью-Йорк. Только открылась вакансия, и тут же все ломанулись. Спустите его сюда! Еще партия! Ребята, это ни к чему! Я и так напуган до смерти! Перестань! У нас Человек-паук. Жители квартала сообщили, что преступники попытались ворваться в их дома. Я так и понял. Хотят захватить квартал. На улицах без заложников. Нам с ними будет проще справиться. Я разберусь. До связи! И как нам с ним драться? Что? Теперь еще и дроны! Встречай поезд в поле! Подходи! Можешь ударить меня! Вот и подмога. Так, хорошо, вы тогда будете у меня на подпевке. Не дергайся! Души свет! Нет подмоги или подкреплений. Все мы просто люди. Тебе!
Капитан, квартал свободен. Все парни в оранжевом готовы вернуться в тюрьму. Отличная работа. Если бы они забрались в жилые дома, нам пришлось бы туго. В городе теперь работают. А, визитка того слепого парня, если Человеку-пауку понадобится адвокат. Так, а как... Может, так мы сделаем город чуть безопаснее? Любая помощь к месту. Думаешь, справимся, Юрий? Кто знает, но я еще не готова сдаваться. И я нет. Простите, капитан, я был вне зоны доступа. Есть новые данные? Нет, у нас ничего. Вы в порядке? В смысле... Я заболела. Все заболели. Мои парни дома со своими семьями. Нет смысла держать их тут. Эй, Юрий, я знаю, что ты никогда не сдаешься. Мы справимся. Все образуется. Я больше в это не верю. Я сделала все, что могла. Старалась изо всех сил, но все стало только хуже. Хватит. Я поеду к маме. Она тоже болеет. Она вдова, и никто не должен быть один, когда... Понимаю. Езжай. Юрий, спасибо за все. И спасибо, что была другом.
Мы сделали невозможное, док. Но мне придется все уничтожить. Своим маленьким творением. Видите в прямом эфире, как мэра Осборна удерживают в заложниках на крыше здания Оскорб. Ждешь слезной мольбы? Можешь не ждать. Мир узнает правду раньше, чем отскребет тебя с тротуара. Скажи им, что ты сделал! Нет. Я не... О! Весь твой мир построен на лжи! Лжи! Ты украл мою компанию! Мои идеи! Скажи правду! Правду. Ладно. Вот правда. Пока ты работал на меня, ты чего-то стоил. Вот правда. Ты не можешь признать, что я лучше тебя. Ты неудачник, Отто. И всегда им будешь. Дайте мне вакцину. Отто! Вы всю жизнь посвятили помощи людям. Прошу. Ты не с тем вступил в бой. Но будь по-твоему. У нас мало времени! Прошу вас! Я отдам вакцину, когда Осборн заплатит за свои преступления! Отдайте мне вакцину! Вы уже достаточно навредили Осборну! Нет! Он всегда выходит сухим из воды! Теперь он потеряет все! Слабости! У меня нет уязвимостей!
тратишь мое время! Преступник Осборн! Не я! Помочь вам! Вы только сами себе вредите! Уже достаточно навредили Осборну! Нет! Он всегда выходит сухим из воды! Теперь он потеряет все! Помочь вам!
только сами себе вредите! Еще одна смерть на счету Осборна! У нас мало времени! Прошу вас! Я отдам вакцину, когда Осборн заплатит за свои преступления! Отдайте мне вакцину! Вы уже достаточно навредили Осборну! Нет! Он всегда выходит сухим из воды! Теперь он потеряет все! Вижу у тебя новый костюм! Он мне поможет! Я знаю ваши слабости! У меня нет своих слабостей! Ты сам в этом виноват! У нас мало времени! Прошу вас! Я отдам вакцину, когда Осборн заплатит за свои преступления! Дайте мне вакцину! Вы уже достаточно навредили Осборну! Нет! Он всегда выходит сухим из воды! Теперь он потеряет все! Сами себе вредите! Устал?
Надо действовать. Люди гибнут! Им срочно нужна вакцина! Я исцелю город после того, как покончу с Олборном! Дайте мне спасти город, и мы сделаем все, что хотите! Я уже знаю, чего хочу! Уйди с дороги, пока я не занялся тобой взаправду! Отдайте вакцину, и я обещаю, Осборн понесет наказание! Уже! Ты совсем как Осборн! Ну, предобрёшь! Я разочарован, Паркер. Вы знали? Я пытался тебя предупредить, Питер, но ты не слушал. Вы знали? Я не могу позволить тебе победить. Это слишком важно! Не больше, чем для меня! Думай о том, кем ты был! Его больше нет! Ты не можешь спасти меня, Питер! Тогда тебе самому придется спасти себя!
вы меня вынуждаете! Вы собирались изменить мир! Выглядишь уставшим, Паркер. Я не устал. Мне просто больно. Отто! Хватит! Пойми, Паркер, чтобы изменить мир, нужно быть человеком, готовым принимать самые тяжелые решения. С этим трудно не согласиться. Вакцина! Питер, ты был мне как сын. Я должен был знать, что и ты пойдешь против меня. Против? Против? Я вас боготворил. Ваш разум, ваши принципы, ваше желание помочь людям. То, что вы не сдавались. Потому что у таких, как мы, есть долг, ответственность. Мы должны использовать свои силы во благо. Даже если это не оценят. Мы должны делать как лучше. Для тех, кто слабее нас. Поймут они это или нет? Нет, вы не правы. Я мечтал стать таким, как вы. А вы все уничтожили. Да, конечно, ты прав, Питер. Теперь я понимаю. Нейроинтерфейс повлиял на мой мозг. Я все исправлю. Мы все исправим вместе. Если поможешь. Я сделаю все, что смогу. Нет. Вы получите лучшую помощь. Нет! Если меня посадят, отнимут руки... Я застрял в этом жалком теле. Прошу, Питер. Это был не я. Ты говорил, что не оставишь меня. Ты обещал. Помнишь? И, конечно, тебе будет легче, если я сохраню твой секрет. Каждый решает, что делать, док. Это все, что мы можем. Питер? Даже если чертовски больно. Питер, куда ты уходишь? Питер! Питер! Она сработает. Но нужен весь образец, чтобы сделать больше вакцины. Сколько это займет? Может, часы. А может, день. А можем ли мы вылечить кого-то сейчас?
Тогда не хватит всем остальным. Я тебя оставлю. Вы поправитесь, мам. У меня есть вакцина. Сними свою маску. Хочу увидеть племянника. Ты знала? Я давно знала. Не хотел тебя волновать. Не вышло. Но я тобой горжусь. И Бен бы гордился. Ты спас столько людей. Я не знаю, что делать. Нет, знаешь. Да! Ну? Да. Мэри Джейн Уотсон, младший редактор. Поздравляю! Спасибо. Я знал, что ты справишься. А ты как? Работу нашел? Нет, но... Я сейчас подойду. Спасибо. Честно говоря, я думал, может сменить профессию. М? Думаю, почему бы не стать поваром? Прости. Нет, ты... Ты ученый? Хороший? Мой последний проект — чудовищный осьминог, который чуть не уничтожил город, и... Да. То есть, ты правда готовишь отличный карри? Да. А пельмени пока еще не очень. Идешь в поход? А, моя новая квартира освободится где-то через неделю, так что я на несколько дней зависну у Майлза. О. Знаешь... Ты всегда можешь прийти ко мне, если ты хочешь. Нет, в смысле, да, в смысле...
В смысле, нет, я не хочу. Я очень хочу, но... Если ты хочешь. Я всегда этого хотела. Я тоже. Я не то чтобы эксперт, но мне кажется, дело в том, как ты ее спросишь. Я слишком нервничаю. Ладно, куда это поставить? Давай поставим сюда. Ага. Слушай, Пит. Да? Я как бы хотел обсудить с тобой то, о чем не могу сказать маме. Что такое? Ну, странные вещи творятся... Ну, с моим телом. Ну, понимаешь, в твоем возрасте тело начинает меняться, и, может, ты заметил, что в некоторых местах... Не это. Думаю, это... Лучше просто покажу, смотри. Не стой! Необычно, да?
Не так уж и необычно. Мы были так близко. Но я не отступлю. Я найду лекарство. Найду. Люблю тебя, сын. Контроль агентам. Доложите обстановку в Граммерсе. Блокпост зачищен. Зона свободного огня.